Привет! Сегодня мы на фабрике фирмы Мою. Покажу вам некоторые вещи, которые происходят здесь на фабрике. Очень интересно мне, как производится именно проектирование кубиков. Ну и сам процесс производства тоже очень интересен. Сейчас я нахожусь на складе. Здесь хранятся коробочки, уже напечатанные различные инструкции, пружинки, шурупчики, болтики. Вот, сейчас пойдем дальше. У нас хранятся запчасти для различных кубиков, уже готовые для сборки. Вот. Потом их спустят на этаж пониже. Там будут уже собираться кубики. Так, вот производство. Так собираются наши кубики. Видимо, 2х2. Ну, а как собирается 15 кубик? Repair some best sticker, but this is okay. Normally we sticker on it like that. This is the transfer paper from the sticker factory. They give out this, and we use the transfer one sign one time. Сейчас мы в офисе главного дизайнера компании. Нет, это не главный дизайнер. Сколько животных? Ну, такой первый раз вижу на фабрике вообще. Ну, максимум я видел, конечно, чтобы они рыбок держали. Чтобы столько это. Эта модель сделана на 3D принтере. Oh. 产品出了，有产品啊。
Здесь производятся пластиковые детали. Сырье. Пластик. И сюда высыпается готовая продукция. MF3S. Здесь запчасти для MF3RS. MF3S.